Нас сейчас пытаются убедить американские, британские, англосаксонские средства массовой информации в том, что якобы заявление сенатора Грэма было вырвано из контекста, даже смонтировано киевским режимом. Ну, ни слова какого-либо осуждения в отношении киевского режима мы не услышали. Но я хочу приложить, по-моему, неплохой вариант. Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой, считает, что его слова были вырваны из контекста, и он так не думает, у него есть для этого все возможности сделать заявление. Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик. И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле. Считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима?